Всем привет, друзья, с вами я, Хон, и сегодня мы будем играть в игру под названием Supraland. И игра вышла довольно давно, но я решил записать ее сейчас, почему бы и нет. Ну что ж, начинаем. Проснулись, я пластилиновый человечек, наверное, и там как будто эта заставка, вот эта заставка, мы, получается, это пластилиновые человечки, мы, то есть там где-то есть, получается, наш бог, вот он, смотри, блин, прикольно, такая песочница, прикольно мало сделал. Итак, меня тут все ждут. Так. У нас нет воды. Пожалуйста, спустись вниз и по трубе и выясни, что случилось. Я так понимаю, это наш батя, а это наша мать. Ну, понятно. Короче, спускаемся. Кстати, дыра, как у Марио. Это что за бородатый дядька? У нас есть меч. Подлупаси тебе. Удачи, спасибо. Так, атакуйте. Атакуем, кстати, почему у меня, блин, меч в левой руке? Можно как-то поменять, я не знаю. Ну да ладно. Так, Supra Games Present. Боже мой, английский. Так, здесь так вот нужно понихопить. О, там какие-то скелеты. И это, похоже, будут наши враги в игре вообще. Я так догадываюсь. Есть. И второй бежит сразу. Давай. Хорош, завалил. А это что такое? Это, возможно, ХП восстанавливает, но у меня она полная. О, смотри, монетка. Нам, наверное, для улучшений каких-то нужно будет монеток. Не знаю. Здесь есть какой-то тайничок. Интересно, можно как-то забраться, я не знаю. Ну, наверное, это дальше нам нужно будет узнать. Так, Ctrl присесть и... Ха, здесь формы человечков. Так, используйте рычаг. Там у нас огонь, я увидел, да? Сейчас, по идее, он должен убраться, да? Ух. Красной трубе. А интересно, что если я по ней пройдусь? Ого! Секретная локация. Еще монетки здесь, прикольно. Так, и что здесь? Сундучок! Здесь сундуки в этой игре есть. Что это? Максимум здоровья плюс 5. Вау! Это нам очень пригодится, я так понял, в дальнейшем. Вот мы уже выбираемся из красной трубы. Это была секретная зона. Я не знаю, таких будет много в этой игре. Ну, не знаю, посмотрим. Так, возьмите это на Е. И получается, да, вот так. А как его это отпустить? Тоже надо? Да. Так, нам открылась дверь. Тут какой-то туннель стрёмный. Ну да ладно, пошли. Там синие человечки. Давайте еще немного, чтобы они не смогли починить. Ух ты, зараза. Это их капитан какой-то, у него шляпа была модная. Синие! Иди в Синевиль и поговори с их королем. Куда маман? Маман, куда? Я еще исследовать здесь хочу. Если найдешь золотые бочки, положи их вот в эту... Я так понял, да, вот эту? Да. Вот эту коробку, и что-то я дам тебе там. Ну, короче, вот здесь есть улучшения какие-то. Урон, скорость. О, скорость, это нам нужно. Ну, я как-то пока не хочу туда идти. Я хочу пока что исследовать, собственно, город. Принеси в магазин золотые бочки, это я уже понял. Так, здесь монеточка. Ну, блин, я пока тут поисследую пока что, а потом уже пойду за маман.
Значит, иду я такой и вижу вот этого фермера. И что ты нам скажешь, чтобы укрепить свое здоровье, смешай зеленые листья с водой в этой соковыжималке. Вкуснотища. А, я так понял, это соковыжималка, но листья это походу нам дерево потрусить. Да, листья же падут. Да, листья падают. А, воду я пока не знаю, где найти. Прошел немного дальше, здесь есть какие-то чудилы. И все же, зачем лазить в синяя сторона? По крайней мере, красная часть намного больше. Кстати, да, реально, зачем ластик в синяя сторона? Говорили всегда в школе, что она стирает ручку и нифига подобного. Не стирает она нифига. Смотри, нашел какую-то опять выжималку, что это труба какая-то, и к ней вот по проводку привязана какая-то штука. А ну, что это? Это какая-то белая смесь, похожа на молоко, и, наверное, это можно использовать в качестве воды. А ну сейчас проверим. Итак, подходим к фермеру, берем, наверное, губку, да, и несем туда. Так, ну вот мы принесли уже губочку, сейчас ее сюда, получается, ложим. Так, и нажимаем на кнопочку. Интересно, будет? Прикинь, реально губка стала белой, и сейчас мы попробуем сделать из нее вот тот эликсир. Не знаю, сейчас попробуем. Итак, получается, мы забираемся на эту гору, да? Тут, кстати, монетки. Кладем вот сюда нашу губку, трясем дерево. Листья падают, и получается можно все это выжимать. И да, у нас получилась какая-то зеленая жижа, и ее, похоже, нужно выпить. И нам это сдало здоровье плюс 10, и это реально круто. Круто, круто. Спасибо, чувак, я тебе очень благодарен. А ну несем эту бочечку нашему продавцу, и нам добавилась регенерация здоровья. И точно, у нас есть 23 монеты, я предлагаю их потратить. Я куплю вот эту скорость X2. Вау, мы теперь, блин, спидстеры какие-то, флэш. Реально флэш. Петель флэш. Так, получается, покупаю регенерацию и урон меча. Максимум монет это... А, да, у нас, кстати, только 30 монет влазит. Блин, нужно и его будет покупать. И еще урон мечом плюс 3. Ну, понятно. Вроде бы мы уже в этой деревне все исследовали. Пора двигать свои булки за маман. Ух ты ж, ни шиша себе тут а хоромы. Так, вернись ко мне, когда получишь силовой куб. А что такое силовой куб? Может, я и без силового куба здесь могу? Ну, похоже, нет. Так. Что за силовой куб и как его мне получить? Я пока что не знаю и, наверное, узнаю в следующей серии. Ну, блин, да, вот встречаются скелетики и здесь полнище. Ну, наверное, мы все это исследуем в следующей серии. Если тебе понравилась данная игруля, то, пожалуйста, поставь лайк, подпишись, напиши комментарий. Блин, скелеты нападают. Короче, подписывайся на канал и всем пока, в следующей серии мы встретимся.